привет! Сегодня приготовим клубничный чизкейк без выпечки. И сервировать я буду в таких вот баночках разных. Вы можете сделать это в любой форме. Главное все выложить слоями. На дно я уже положила печенье смолотое, в которое я добавила сливочное масло. Ну и, собственно, растопленное смешала и выложила на дно формочек. Печенье может быть любым. Я использовала имбирное печенье. Если вы ищете рецепт вкусного имбирного печенья, то у нас на канале есть такой. И ссылочку видите сейчас сверху. А также я еще взбила сливки. Просто без всего в плотную массу взбиваем. Теперь нам остается подготовить сырную основу. Здесь у нас сливочный сыр. Я добавляю сюда сок лимона. Затем сахарную пудру по вкусу и взбиваю все до однородности. Я советую использовать именно пудру, потому что она быстрее смешается с сыром, чем сахар. Остается смешать сливки с сырной основой. Помните, что сырную основу нужно сделать чуть-чуть слаще, чтобы потом разбавить это чистыми сливками. Следующим шагом я выложу небольшое количество протертой сахаром земляники или джема. Используйте все, что у вас есть под рукой. Но этот шаг по желанию. Вы можете и не использовать никакой вот сладкой прослойки сюда. Мне просто кажется, что если мы сделаем эту прослойку, вот эта песочная начинка станет более нежной и влажной. Добавляем клубнику. Я решила, что она будет вот так стоять. То есть мы выкладываем по всему периметру срезом наружу. То есть она за счет того, что влажная, она немножко приклеится, как бы. Она немножко приклеится к стеклу и зафиксируется на месте. Для удобства наполнения я переложила сырную основу в кондитерский мешок. Ну и остается, собственно, заполнить баночки. Ну а теперь остается эти баночки с чизкейком убрать на пару часов в холодильник, и десерт будет готов. Приятного аппетита и до новых встреч!